Этот звук на трибунах – ответная реакция на действия хоккеистов в красном. Алтай, который по задумке его директора должен сейчас идти в группе лидеров, вдруг резко ушел в затяжное пике. В тот момент, когда, казалось бы, ниже уже некуда, барнаульцы находят дополнительные резервы. За седьмым подряд поражением последовало восьмое. Везения маленько не хватает, забить не можем, пропускаем, и все вот это идет. Что делать дальше? Как сходить в церковь, может, команде? Ну, придется сходить всем, наверное. В команде, похоже, верят в приметы. Вот и все тот же директор клуба Дмитрий Чекалин, то ли в шутку, то ли действительно поверив в потусторонние силы, неожиданно сменил имидж. Не помогло. Не помогла рокировка тренеров, отчисление состава сразу 4 игроков, перестановки в звеньях, покупка 3-го вратаря. Удивительно, саратовский «Кристалл», который добирался до Барнаула трое суток в плацкартном вагоне с минимум средств, смотрелся свежее, быстрее, мотивированнее, чем фавориты. Эти победы нам дадут больше уверенность в дальнейших матчах. Вот поэтому, ну, еще раз повторяюсь, мне команда понравилась. Понравилось, что они катаются, там, техничные ребята, там, ну, так вот игра сложилась, немножко нам повезло. Этот провальный старт сезона у Алтая не везением зовется. Впереди небольшой перерыв, затем выездная серия по маршруту Курган-Нижний Тагил. Сейчас Алтай опустился на самое дно турнирной таблицы. В такой ситуации осталось только оттолкнуться. Ниже уже некуда. Кирилл Политов, Андрей Печоркин. Наши новости.